Сильнейший природный антибиотик. Очищает дыхательные пути и легкие. Укрепляет иммунитет, ускоряет метаболизм. Очищает организм от излишка солей. Является мощным антиоксидантом. Нам понадобится одна свекла. Очищаем и режем на мелкие кусочки. Смесь применяется для широчайшего спектра заболеваний, начиная от заболевания суставов и до очищения кишечника. Корень хрена очищаем и режем также на кусочки. Средство оказывает разжижающее действие, поэтому оно одно из лучших натуральных средств, очищающих организм от избыточной слизи. Измельчаем все блендером или в мясорубке. Добавляем сок одного лимона. 3 столовые ложки меда. Снова измельчаем все до кашеобразного состояния. Добавляем столовую ложку семян тмина, цельных. Перемешиваем. Переложите в стеклянную банку. Храните в холодильнике. Бальзам обладает противомикробным, противовирусным и противопаразитарным действием. Укрепляет кости и суставы, восстанавливает клетки печени, улучшает зрение. Является сильным афродизиаком, усиливающим любовное влечение и увеличивающим детородную функцию. Употреблять 3 раза в день по 1 чайной ложке в течение 7 дней. Желаем вам крепкого здоровья. Если это видео было полезным, то делитесь им с друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.